Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 7 класса из учебника Коровиной. Раздел «Из русской литературы 18 века» Михаил Васильевич Ломоносов. Рубрика «Размышляем о прочитанном». Второй вопрос. Какова главная мысль каждого из них? Имеется в виду из произведений «К статуе Петра Великого» и «Оди на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни, Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ответим. В данных произведениях Ломоносов прославляет Петра Великого и Елизавету Петровну. Автор говорит, что по результатам работы и правления можно судить о том, какой вклад внес Петр I в развитие государства. Также Ломоносов выражает надежду, что Елизавета продолжит дело отца. Средством же достижения успеха в науке Ломоносов считает упорное учение. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!